Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить яйца пашот, а я покажу вам самый простой способ приготовления этого блюда. Итак, нам понадобятся яйца, соль и перец, а для сервировки мы возьмем рукколу, моцарелла и помидоры. Самый простой способ приготовления яиц пашот. В силиконовые формочки смазываем маслом. В каждую формочку вбиваем яйцо. В это время мы уже поставили кастрюльку с водой закипать. Вода в кастрюльке должна покрывать формочки на серединку. Вбили яйца и ставим их в кастрюльку с водой. Добавляем соль и перец. Воду уменьшим, чтобы она не так сильно кипела. Закрываем крышкой. И так яйца будут вариться минуты 3. У нас яйца проварились 4 минуты, и они готовы. Друзья, яйца пашот готовы. Такое приготовление яиц занимает 3-4 минуты. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новых рецептов. Приятного вам аппетита и прошу к столу!